В Тюмени закончили укладку тактильных путей для людей с проблемами зрения. Особые дорожки проложили в центре города, на улице Мельничной, там, где расположен офис отделения Всероссийского общества слепых, предприятие, где трудятся слабовидящие люди, а также общежитие и библиотека. Общая протяженность тактильных путей составила около километра. Нареканий нету со стороны заказчика, со стороны пользователя. Пользователи в данном случае это Всероссийское общество слепых. То есть всем понравилось, все работы были с ними согласованы, где-то откорректированы, в зависимости от подъездов, там, магазинов. То есть все замечания к ним были учтены. Материал, из которого сделаны тактильные дорожки, износоустойчивый. Производитель краски дает гарантию, что прослужат они несколько лет.